Привет, дорогие друзья! В нашем выпуске сегодня будет Пупей, и это аналитика успеха. Пупей у вас сегодня играет на Рике. Это матч Секретов против IG. Всем приятного просмотра. Будем анализировать и рассказывать про эту партию. Ну, для начала, кстати, Рике пошел сразу проверять, что у нас тут на миде. Он убедился, что это Лина мид. Проверяет ее Заку постоянно, увидел, что есть Вардик, который запулили, и Сентричок. И он понимает, что в миде будут Сентри, которые просто мастеров будет скушать. Рики был пикнут в этой игре на first pick. Кстати, это first blood. Мид-1 забирают, делают first blood. А потом, конечно, попытался засейвить, но там вряд ли получится выйти. Что касаемо закупа на Рике, это Тангусик, это Boots of Speed, запуленные варды от Шаттл Шамана и веточка. Он поставил хороший вард в лес, чтобы видеть перемещение по джайвинге, если они будут обходить в сторону темпларки. Да, вот, и, скорее вард. Всего, попробует подворовать руну, потому что выход был на мидвана, на темпларку. Да, ворует руну, все по дефолту. Делает свою грязь на Рике и уже переключился. Он хочет заблочить, видимо, я так понимаю, или нет? Сейчас посмотрим. Ну, заблочил сентриком. Прочекал закупы, если сентри посмотрел. И, в принципе, он видит теперь перемещение саппортов и будет понимать вообще, что нужно будет делать по карте. Он видит у Лины сентряк. И, естественно, он понимает, что в миде без сентрика лучше не соваться, да. Раскачка на Рике, кстати, ну, я думаю, что примитивная. Сперва берет инвиз, потом будет раскачивать уже блинк и тучку потихонечку и максить инвиз. Хотя, кто знает этих профессиональных игроков, что у них в голове. Так, попытка убить Абаддона. И тут Рике помогает, и уже никак они не подерутся. Все, Пупей отходит. Пупей, кстати, один из лучших саппортов на своей роли. Сейчас он выполняет роль четверки, точнее. То есть саппорт, который меньше времени уделяет вардам, больше бегает на карте, да. Наводит именно кипиша. А Пайлайдай в его команде играет на расте, то есть исполняет роль пятерки. Ой-ой-ой, попадает на сентряк. И все, и уходит. И хорошо, отлично. Поезд радиус. Вышел с Ринджистан, да. И не пропалил сентрячок. Ну, Рики уже делает грязь, то есть он разводит на станы, сейвит тиммейта, дает вижен. То есть вот так вот и нужно играть на Рики, не супер сильно агрессивно, потому что возможности этой нету, к сожалению. Он хочет еще раз заблочить, я так понимаю. Он так что-то маякнул на спот, но нет, не стал ставить вард. Ну, разбили его сентряк, потому что... Сентряк, да, он... Поставил сентрю. Хотел. И он, наверное, поэтому помигал. Так, хорошо. Что будет делать дальше Пупей? Сейчас самое посмотрим. Время на Рике воровать баунти руну. Да, да, он именно этим минуты. И занимается. Да, хорошо. Как раз три руны законтролили. Вот тот самый плюс Рике, когда ты можешь бегать по карте и забирать халявный баунти. Он видит, что Винга забрала руну иллюзии, да. Помигал. Промайкнул, что там есть руны иллюзии. Дает много информации сейчас для команды. Ну, Абаддону просто сейчас на линии не стоит появляться. Рике можно прийти на бот, немножко поэкспиться. Он перемещается на карте довольно-таки спокойно. Лишний раз видеть, конечно, на Рике не стоит. Герой получает свой экспу как-то потихонечку. Уже почти второй левел на второй с копейками минуте, ближе к третьей. Он, скорее всего, знает, что это иллюзия. Да, он понял это. Mm-hmm. Дал инфу, что это иллюзия, а не настоящая винга. И пуш перетянулся на топ, и об этом уже знают, и ему уже можно как-то поагрессивнее действовать. Так. Очередная инфа за отвод. Вот она и экспа приехала. Да, на Рике главное хоть что-то получать. И получает он второй левел, и не дает запулить винге второй раз. Хороший мув. Не качает скилл, потому что если его будут убивать, то он вкачает блинк. Если он будет убивать, то скорее всего возьмет смокскрин для замедления врага, ну и, естественно, сайленса. Видит, что стакают лес с Вену, то есть винга пошла, иллюзия и стакнула. И попробует заснайпить курьера. Без, конечно. Да, он перемещается в эту позицию. Он, возможно, сейчас даже руну попробует забрать баунти. Сейчас четвертая минута, да, будет. Много инфы. Кстати, там вот
темпларке небольшие проблемы, хотя Лина вроде бы не так сильно мешает темпларке. Потому что есть рефракшн, каждую задувку можно именно рефракшном. Да, сейчас получить. Он отправляется за баунти, он, в принципе, да, такой охотник за баунти. Вроде и не баунти-хантер, но ворует баунти. Видят перемещение Буджа на топе и, скорее всего, сейчас будут убивать. Дали инфу, что Венга уходит за бота, и Абадону нужно выйти на линию. Вот тот самый вард, который дает свои плоды. Если у Расты хватит мана на прокаст, фуловая, то можно попробовать даже убить Легиона. Дальше закупает себе Орбофеном, то есть тут все понятно для замедления. Да, сейчас будет пробовать убить, если успеет Раста дойти. Можно уже начинать Расти, я не понимаю, почему он стоит. Да, все, это, скорее всего, килл. Рики должен уже выходить, да, и бить. Да, вряд ли, по идее, он... А, здесь пуш, оказывается, прятался. Угу. То есть Раста без хекса, увы. И это минус Рики. Да. Ну, там пуш как-то так очень красиво прятался в этих деревьях. Да, они знали, что пуш где-то тут, но, знаешь, такой сладкий килл на Легионше. Просто еще... Так, попытка номер два. Керри. Ну, кстати, в этот раз, скорее всего, получится забрать, и килл достается. Пайла дай. Хорошо. Еще экспу поделили, и Рики досталось немножко. А, Ликан прокачал себе волков, то есть он не брал хауль. Хотя сейчас, в принципе, актуально выкачивать хауль по максимуму. Потому что реально скилл очень сильный, но это предпочтение каждого. Вот, Темплар, как говорю, Легионша еще сильнее спамит под этих волков. Да, Макс от первого спал. Подворовывает экспу, ему нужно получить до минуты 10-12 6 свой левел, потому что 6 левелом он уже может предъявлять кому-то что-то. Ну и плюс доджит всякие хуки, станы. Станов очень много, 3 стана, хук, плюс первый скилл легионки. Он будет жить гораздо больше. Далее легион 6 сентрячок. Рики это промониторил, и ему отсюда нужно уходить. Взял очередную баунти и будет пытаться выходить, да, забрать еще одну. Да, хочет даже еще одну баунти забрать себе. Хороший вард, чтобы видеть снова перемещение Пуджа и Легиона. Сказал, что Пудж забрал руну. Ну, это примерно мигает. Предположения такие. И есть мид, на котором можно получить немножко экспы, и он, скорее всего, уйдет. Хотя нет. Мидван, кстати, решил уйти в лес фармить почему-то, видимо. Ну, сложновато стало против Лины, да, тяжеловато Лины. Ну, хотя по левелу у него на левел больше. Ты посмотри, реально на один левел больше, чем у Лины. Да? Если посмотреть по крипстату... Ну, у Темпларка опережает немножечко. То у Темпларки 16 денаев. Кстати говоря, да. 17, а у Лины 5, ну... У Лины очень неприятная анимация атаки, вот мне она лично вообще не нравится. Особенно без пассивки. Абсолютно согласен, но тут дело привычки. Ужасная, да. У Лины, кстати, очень красивая, запуленная. И аркана, и пояс, и юбка. Красота. Ну, смотрим, кстати, на Рики и... Рики стоит, тут получает экспу. Да? Что? В мид ганганул Раста с Ликаном, с ультимейтом. Ликан нажал ульту. Они еще и стаки пропалили. Красиво. И в это время Рики просто экспит на топе, все. Ой, верно. Ой, если сейчас темпларки позволят забрать этот стак, это будет очень печально. Я не думаю, что они так будут агрессивно действовать под шрайном, все-таки воевать не очень хочется. Плюс темпларка не такая сильная со стата. А, кстати, что по дальнейшему закупу? Почти все сейчас на Рике покупают фейзы, потому что фейзы можно нажимать в инвизии, это лишний урон. Да, там стаки вот уже фармятся с Веном. А, кстати, очень интересный мув от команды Секретов, то что Рики оставили наверху, чтобы он получил экспу, а сам Ликан отправился в лес фармить. Все верно. Чтобы саппорты чувствовали себя более комфортно, конечно, нужно оставлять какое-то время их на фарме, и, возможно, это попытка своровать экспу немножко у Свена. Ну, как мало хп-то, да, у Свена. Трэп-то стоит. Рики максит инвиз, купей, шарит, знает, что делать. Это левел, и на 8 минуте 5 левел, это очень даже неплохо. Даже он, скорее всего, книжку не будет брать, оставит Расти.
И топ-линия теперь only для саппортов, потому что Ликан спокойно фармит лес, Темпларка также аналогично спокойно фармит лес, есть стаки. Так, еще инфа подъехала. Да. Не, ну импакта уже это повторяется так, ситуация. Повторяется, да. Это уже где-то мы видели. Рики, кстати, постоянно находится на разных линиях. То есть ты видишь, как Пупей грамотно перемещается, что его то там видно. И враги волки толком не знают, где дают. Именно он. Ликан тоже контролит волками, которые тоже в инвизе. Очень много именно информации получают секреты в этой партии. Действительно. Так, ну, Рики после фейзов, скорее всего, будет выходить какую-нибудь Яшу, либо Диффуза, потому что Диффуза тут реально очень классно будут смотреться. Он может в соло брать Лину, если у той не будет никаких там условных йолов. И если придет плюс один, то можно убить эту Лину. Что Лина герой все-таки вкусный, хп нету, армора нету. И это балансер на, который Рики вряд ли будет забирать, иначе он может умереть. Он забрал, хорошо. Лина не стала стан давать, она как-то так странно встала рядом. У меня было ощущение, что она что-то знает. И вот волки дают вижен. Да, как же красиво отыгрывают они просто. Они вот с Пупей, как я уже говорил, один из самых лучших капитанов по доте. Он не раз уже приводил много команд к победе. Вот, и этот игрок очень много знает. Самый настоящий стратег. Да, когда-то он в Нави приносил свои плоды, теперь в секретах. Ой, ее успевает, да. И это, скорее всего, минус парш в том числе. Так, там есть. Ну, так вот Рики дает свой импакт. Но постоянно замедляет это сало и легионша. Вот, собственно, и действие ультимейта Рики. Он реально очень много урона также наносит, если подумать. Да, трипл килл достается медвану, очень хорошие сейчас фраги получили, секреты. Неплохой буст, фейзы уже есть, сейчас он их приобретет где-нибудь. Куда они направляются всей командой, вопрос. Шрайн. Благодаря этим грамотным перемещениям, Абадон, посмотри, он уже достаточно неплохо фармит, у него есть почти Владмерс, и фейзы, плюс талон, и стики. Эти грамотные перемещения от Рики, конечно, дают о себе знать. Это не тот самый Рики, который мы привыкли видеть в паблике, то есть где никогда не покупают ни варды, ни досты. Тут главное перемещение на карте. Показался там, пришел, подворовал, тут какой-то кэмп подвел. Да, приобрел смоки сейчас в купе, сейчас, возможно, будет, увидим какой-то выход интересный. Да, можно перемещаться по лесу спокойно, ведь а у Invictus Gaming пик очень жадный в плане фарма. Свои нужны слоты, линии нужны тоже какие-то слоты типа Bloodstone. И легион желательно тоже вывести даггер, поэтому герои фармят, они не могут толком подцепить Риги и, там, грубо говоря, встать в одном месте и дождаться его. Да, заблочил еще же, один. С их пиком даже при получении каких-то условных даггеров на Свене и на легионше тяжело будет смог реализовать, потому что Рики постоянно где-то бегает, вот дает инфу о рунах. Да. Лес постоянно пробегает, чекает. Как все это проходит? Рики дает инфу о том, что в лесу кто-то есть, и если кто в лесу, допустим, Лина, а Свен соло пушит, то начинается драка. Только потому, что Рики дает инфу. Кстати, у Медвана появился даггер, прежде чем он купил себе дезолятор, потому что как бы файты будут ранние, и сдать свой дезоль не стал. Вышел в ПТ-шку. Так, стаки опять фармит себе Свенчик. Есть инфа об этом. Свен. Увидели, что Свен с вард стоит, с момчиком еще. Силу все сделано. Помимо того, что есть волки и Рики, еще стоят трапы. Еще и везде трапы, да. Вот как насколько грамотный в этом плане пик, то что нереально много вижена. И это скорее всего, да. Вот Рики дал инфу о бедном Свене. Свен нажал мом, но, увы, это ему не помогло. И параллельно ворвалась Темплар. Так, там еще где-то Лина маякует. Лину увидели, но она слишком далеко под вышкой. Естественно, идти за ней не стоит. Очень красиво дал Рики Вижн. Дождались, подзамедлил немножко. Это выход в Абадона, но они его, увы, не убьют. Дуэль? Серьезно? А там же ультимейт есть. Абадона с ультимейтом очень странно.
Кстати, Рики под щитком мог немножко задавить, но, видимо, не стал сильно рисковать, хотя было вот так. Еще и пуш опять здесь оказывается. Я ничего... Сейчас смог дается от Рики и ультимейт. Хороший ультимейт там по летит двоим. Свен, и как двоих. Же хорошо Пайло Льда сейчас держит Свена, не дает ему вообще подойти к Пайло. Красиво, красиво. Чуть немножко под проигранный файт, нужно отойти. Теряют они, к сожалению, Рики и Расту, плюс умирает на 2 на тенкларке. Да, ну шаман здесь сделал все, что смог. Трейд, конечно, не очень. Потому что, во-первых, у Ликана не было ульты, давить было тяжеловато. Плюс как-то Абдон без ульты уже не хотел идти вперед, лишний раз умирать. Не очень хорошо. Рейдропсы приобретает себе купей. Ну, очень много Лины дамажит. Да, против Лины. Очень много, вообще магии там предостаточно. Кстати, во многих играх игра диффузов не доходит на Рикимару, и поэтому чаще всего просто заменяют это Аквилой, которая собирается из более-менее дешевых частей, то есть из Врейсбенда за 400 монет ты купил, и в принципе это очень хорошие статы для Рики. Ты бьешь посильнее где-то на 20, за счет того, что у тебя пассивка зависит от... От ловкости, да? От ловкости. Перемещение, так, конечно, на карте это влияет. Будет ли сейчас какая-то вылазка? Ну, на самом деле, можно подфармить, потому что у темпларки еще нет дезолятора, с дезолятором она будет посильнее. И хотелось бы отметить итем билд Ликана. Ты просто посмотри, он купил себе мом и покупает себе саблю. Мом плюс сабля. Дичайшая скорость атаки и скорость передвижения. Интересно, конечно, интересно. Не знаю, стоило ли именно выходить в такой билд. Кстати, учитывая то, что Абадон собрал себе Владмерс, то есть Ликану остается собрать Доминатор, грубо говоря. Но Доминатор очень сильно порезан в этом патче, поэтому он не стал. Именно мом на отхил, на скорость атаки тоже очень даже прикольный артефакт. Мом подняли, он теперь дает 120 атак спида, плюс вампиризм, плюс ускорение передвижения. Ну, Ликану, в принципе, этот артефакт очень даже неплохо. А вот насчет сабли я сомневаюсь. Какой-то башер, мне кажется, был бы приятнее. Так, сейчас будет драка. Занимают позиции. Секреты. Ну, все понимают, что перетяжка на бот. И вот Ликан дает инфу о том, что тут Легион. Понимает, что там сентри, потому что трапу разбили. Да, видимо, они отходят. Они не будут драться, отходят. А что там по дезолятору? Дезолятор будет через 1400-1300 даже. И вполне вероятно, что с дезолятором они пойдут забирать Рошана. Дезоль, да, очень сильно бафнет, плюс хаул Ликана. Кстати, тимфайт очень даже неплохой у Team Secret. Во-первых, Рики со своим смоком, во-вторых, Бадон подхиливает, плюс аура Владмерса и хауль от товарища Ликана. Ну, плюс Раста со своими вардами и куча дизель. Очень стабилизированный пик, прям максимально подстроен под ситуацию. И у Раста еще есть сетка. Кстати, они могут убить Пайло Льда и не захотел драться на боте, увы. Могли наказать Бёрнинга на своей. Рики потихоньку сплитит топ. Решили оставить ему эту линию, чтобы он получил максимально много необходимого ему золота для масочки, для вардов, для, и, собственно, левела. Легионка с медасом? Как тебе вообще легионка с медасом? Ну, в паблике таких терпеть не могу, но это легион оффлейн, и мне кажется, просто не дойдет дело до реализации Мидаса. Все-таки нужно не забывать, что там пуш-пик, да, во-первых, Раста. Раста плюс Ликан. Во-вторых, Бадон с пассивкой, Владмерсом. В-третьих, Ликан так, с хаулем, волками. Так еще и темпларка с дезолятором. И темпларка с дезолятором, да. То есть, finally, по красоте все будет. На самом деле, какой-то блейдмейл первым слотом было бы более-менее актуально. То есть... Это находить темпларку среди всех, либо вот когда Ликан бежит на своей ультимейте, на своем ультимейте, просто стоять в куче событий и попробовать его задуэлить с блейдмейлом, он бы себя убивал бы. Хороший смок от Рики и попытка убить Лину, монет, увы. Здесь, скорее так всего, же минус вовремя купи уходит в ультимейт и тоже тут ульту у Лины, но, да, к сожалению, это не помогает никак. Но они забрали, во-первых, Поджа. Во-вторых, бедную легионку на боте. К
Кезу вместе с Пайлодаем. Был увижен. Есть инфа на Рошана. Купей клацает по Рошану. Но, скорее всего, это Аегис они, скорее всего, отдадут. Есть, ну, волк. Волка убили сразу же. Ну да, тут никак не успеют. Но они бегут. И попытка подраться. Ну и все, нужно Ликану уходить. Нужно уходить, ультимейт это был прожит зря. Хорошо, посмотри просто на атак спид Ликана. Он нереально огромный. Да. Под мобом, конечно, это жестко. И Рики продолжает фармить, потому что ребята понимают, что в принципе не торопись некуда, скушать они в любой момент смогут. Так, Ликана забирают, Ликаночек загулял немножко. Да, это даже не немножко, как-то странно. Странно, да, было, что он там делал, непонятно. Товарищ Купей все-таки прикупил себе Аквилу, как и обговаривалось, и есть у него стики. Апнутый уже в Маги Квант. Легионка выходит на том, чтобы тоже подформить, и Пупей пытается получить свою драгоценную экспу. В миде отдают товар, они стали его дефать. Сейчас секреты. Мы видим, что саппорты в том числе тоже фармят. Крипста у Рики 30, у Раста 26, потому что саппорты без слотов это, конечно, такое себе удовольствие. Свен потратил ГДС, чтобы зафармить эншентов. Да, интересно. У, ну, Рики, кстати говоря, дела лучше всех обстоят. Он впереди шамана, впереди Пуджай, впереди Винги. Вообще у Пуджай и Винги вообще совсем все плохо. И ну ты видишь, это очень полноценная четверочка. Хороший саппорт, и увидел вард. Да. Но он не стал сбивать, он, наверное, пойдет попробовать сперва помочь команде. Хороший, блин, вот этот Медван. И ой-ой-ой, как есть хорошо ультимейт. Он задел, отличный станет. И просто как же вовремя слабают, но там волки могут догрызть Свена сейчас. Линию. И армора очень много, и ОП подставляется на своей бедной линии. Увы. Опять ультимейт в Пупе, что за хейт. Второй раз ультует в Пупе, Алина. Далее инфу, что там сандривард стоит, но вижн пропал, поэтому пришлось поставить еще одну сандрю, чтобы пропалился на момент. Отличный файт сейчас был, Рики сделал по максимуму все правильно, блинканулся, поставил смог, поставил ультимейт и просто под минус армором от Темплар Ассасин начал нарезать бедного Свена, который в панике убежал. Ну, там свап на лезвие еще. Да, ну, на самом деле, действительно, я так подозреваю, что ребята намерены очень быстро закончить эту игру. Там БКБ сейчас варится на темпларке, и скорее всего с приобретением этого самого БКБ со змейками, со всеми делами, с Ликаном, ребята начнут жестко давить и сносить вышки. Конечно. Конечно. Все-таки инфа есть по Медасу у Легионки, как бы тоже очень много информации. Я думал, что мне сперва показалось, но мне не показалось. Ликан собирает себе диффуза. Интересно, конечно, билд от Ликана. Диффуза, да, довольно диффуза, необычно. Чтобы кайтить Свена и Ликан. Хотя, может быть, лучше бы стоило БКБ задуматься об этом артефакте. Ну, это самое интересное, игрок. То, что Пуч тоже хочет купить себе Медас. Игра не дойдет, они заблуждаются. Один проигранный файт им будет стоить всего. По крайней мере, одной стороны это точно. Свен нажимает ГДС, и файт продолжается на топе. Рики убегает. Ошибка, что они начинают фокусить Абадона. Я не понимаю, зачем. Бадон сейчас смог просто стелить Рики. И не нажимает ультимейт. Медван выигрывает дуэль. Как же он болен, даже тому же Свену дамажит. Капец. Реально, очень много урона от Рики. Это, скорее всего, ТПЛ, да. Ой-ой, Пайлодай, что ты творишь? Соло цепляет Вингу. Увы, потратил варды, но зацепил все-таки героя. Хотя мог, знаешь, просто нажать 2 дизейбла и ждать, пока тиммейды придут. Перемещение у Ликана под мом быстрое. Плюс Рики с блинком. Да, так было бы, ну. Говорить, тиханул пацан. Решил. Меня все сам поражает все-таки, как играет Пупей. Он не фидит 1-3-8 счет, он очень грамотно перемещается, отличные борды просто. Ну, кто-то может сказать, что 1-3
типа, как это, не фидит, если у него 3 смерти, но для этой позиции это абсолютно нормальный счет. Нет, для нормального уровня игры 1-3-8 это более чем хорошо. В легионке есть свой даггер, ей нужно быстрее выформить блеймейл. С БМом она, конечно, будет поприятнее. Хотя бы ту же тамбларку можно будет уже пробовать в соло даже убивать, если рефракшена не будет. А то отдала 14 урона. Так, и Пупей тоже себе диффузики приобретает. Остается ему не так уж и много. Диффузики у Ликана уже есть. Да, практически есть. Там 400 голды буквально осталось до диффузов. Да. И Абадон покупает Кирасу. Ему там тоже... Армор, конечно, против Свена. Все, уже есть деньги у него на Кирасу. Он ее уже приобрел, несет. Хорошо, хорошо с Брилевард. Пупей стоит там, пытается что-то блочить спауны, давать вижен, все как обычно, ничего не меняется. Пупей отыгрывает максимально верно. Да, она собирала себе уже 17 стеков, может быть. И, кстати, уже пора бы им собираться, варды расты сейчас будут, и можно было бы выйти в какой-то из товаров. Там они, скорее всего, ждут БКБшечку, она уже есть, ее только принести осталось темпларке, и вот с БКБшкой уже можно будет действительно идти давить. Действительно. Так. Рики на миде подпушил. Вот, кстати, даже если будут убивать Рики, то это не самая опасная смерть. Все-таки пуш потенциал у команды Invictus Gaming похуже, чем у Сигретов. Кстати, очень полезный фраг на топе убивают. Да, Лину. К сожалению. Ну, у Лины, во-первых, бладстон. Кстати, у нее всего 2 бладстона. Но при этом у нее есть талант на минус 30 секунд возрождения, и довольно-таки быстро возрождается она. Прям очень быстро. У Ликана есть диффузал, он сейчас себе их принесет. И Рики дает снова инфу о Свене. И, кстати, тут могут попробовать забрать. Ну, карте... Да. Все. И, смотри, приобретая себе легионка Бладмейл. И так, БКБшечку принесла там плака себе. Да, все, есть БКБ. И вот сейчас, по-моему, самое время собираться. Единственное, что варды потратил раз наверху, когда убивали Лину. Змеек нету, но... Не знаю, скорее всего, они будут, наверное, ждать ультимейта Раста. Да, знаешь, у них такие уже сильные герои. Кстати, вот появление БКБ на Templar Assassin означает то, что можно идти давить. У Тепларки есть БКБ, у Ликана есть диффуза ультимейт, у Рики аналогично, все очень шикарно. И Абадон уже с Кирасой. Ему уже прямо сейчас можно идти и не ждать. Вот насколько Вардов все-таки отличается, ты помнишь, мы вот в прошлом гайде, когда выпускали гайд на темпларку, говорили про трапы, и там герой, игрок, которого мы обозревали, как раз таки эти трапы и не ставил на кемпы, и не было по карте вижена. Здесь же Медвана все грамотно, каждый кемп, на каждом кемпе вражеском стоит трапа, и трапа стоит на Рошане, везде есть вижен и информация, что очень важно. Очень хорошо отыгрывает Медван. Медван — это один из самых сильных темпларок нашей планеты. Так что от него это стоило ожидать. Ну, эти трапы, они же заряжаются. Чем больше стоят, тем больше замедления, как уже мы говорили в гайде по темпларку. На темпларку. Да. Рики Мару пытается все зафармить свои диффуза. Ну, кстати, он уже очень близок на самом деле к диффузам. У него уже осталось только рецептик приобрести. У него уже деньги есть. Практически готово. 150 золота еще, и все. По мелочи ему осталось. И сейчас... Блин, двое диффузов в команде. Это, конечно, интересно. Выбор. Кираса есть. А Абадон собирается приобрести себе Аганим. Очень интересно. Итак. Сейчас, скорее всего, будет какой-то выход. Ждем действий от команды Секретов. Смоков пока что ни у кого нету. Будут ли нападать на Свена? Вопрос. Вроде бы шанс есть, но на карте не видно никого. Ну, пока он мом нажал, конечно, можно было сделать что-то красивое, но они понимали, что, во-первых, там сзади него стоит... Конечно, да, человека на карте не было видно, понятное дело, что за Свеном стоит бригада. А по Лайдаю, увы, на боте в этот момент был. Кстати, можно сделать коварный хитрый план.
чтобы Раста пошел по боту, поставил свои борды. А ребята навязали файт на миде. Это было бы реально очень красиво. Ну да, либо может, просто забрали Т2 спокойненько, пока... Пока светлая сторона отвлечена будет тем, чтобы разбить варды. Реально, можно идти по двум сторонам. Лина, конечно, подефает, но ей по-любому придется сейчас перетянуться на мид, потому что на миде... Да, они, походу, так и сделают. Возможно, даже стоит волков пустить помочь Шадоу Шаману. Ликан... О, да, да он, они так и делают. Все правильно, сейчас совершенно волки, верно, всего, но это правильное решение. Они именно этим и занимаются. Сейчас будут поставлены варды на нижнюю сторону, и тем временем, может, они могут свободно Т2 в миде забрать. Ой-ой-ой, тут Лина. Так, делается ТП от Пуджа. Есть информация, что Лины и Пуджа нет, есть, значит, инфа, можно, да, драться. Лины и Пуджа нет, значит, можно убить, конечно. Очень хорошо реализовали варды, грубо говоря, за счет этих вардов. Они сейчас убили двух героев, хорошо Рики пытаются сейвить, и Рикимару. Ну, это было очень грамотно, они именно так и сделали, в принципе. Да, они распайтили, кстати, очень хорошо, потом сейчас Рики подсейвил, прям красиво. Это было идеально вообще, вот прям, оно вот прям так и виделось. Не, сразу, да, сразу чувствуется капитанская игра, хорошая игрока. На боте забайтили, по-любому притянули героев, и тут же пошли файт на героев, которые стояли просто на трапе. И тут Ларка все видела. Красота, конечно. И попытка разводить на байбеки, ну, а есть ли эти самые байбеки? О. Да, есть ли байбеки, потому что... Свена байбека нету, а это целых 30 секунд минус сторона, они идут на вторую сторону. Как бы это ни закончилось вообще победой. Прямо сейчас. И вот еще 20 секунд есть. Ну, нет, они решат отойти. И, кстати, вполне возможно, что Рошанчикам нужно проверить. Трапы нет на Рошане, к сожалению. Кончились трапы. ДДшку забирает Мидван. И ДД можно реализовать. И очень даже неплохо реализовать. И, скорее всего, с ДД они пойдут, потому что это прям огромное преимущество, ломают шрайн. Да, у них все есть, есть все, и 20 секунд, через 20 секунд будет ульта у Расты. У них есть абсолютно все, двое диффузов, БКБ есть, дабл дэмэдж даже есть у темпларки в банке. По-моему, просто все идеально сейчас для них складывается. Да. Мне кажется, сейчас будет финальный файт, и снова что-то красивое замутят. А, ну... Invictus Gaming понимает, что сейчас будет выход какой-то в сторону Рошана, и трап Темпларки спалил двух героев. Растон нажал скан, и это, скорее всего, попытка будет снова выйти и поставить варды. Да, и они идут по такому же принципу. Ты смотри, они опять... Те же самые герои стоят в миде, да. Ну, к сожалению, там был сент. Теперь перетягиваются. Теперь нужно драться. Нет вариантов. Рики байбекается, делает ТП на шрайн. Мидван за секунду сбривает просто. Пуджа. Да, криво. Красиво, конечно. Ой-ой-ой. Бёрнинг ваншотает раз. Очень просто. Обидно, но тем не менее. Да. Дабл дэмэдж для Мидвана. И, скорее всего, на этом игра закончится. А не будет ли это рэмпейдж? Возможно. Нет, к сожалению. Но 50 секунд не будет Свена. Это минус еще на сторона, скорее всего. Ты посмотри просто. Не успел спать рефракшн, как Темпларка убила просто. Ну да, Темпларка же... Рэмпейдж от Мидвана, все-таки он делает рэмпейдж, отличная игра. Красиво. И все-таки, помимо того, что рефракшн есть у Темпларки, так там же еще и щит от Абадона, да, и как бы ставить дуэль в это очень опасно, очень опасно. И GG написали, IG, хорошая игра. Опять же, выиграли за счет того, что у них постоянно было много информации, много вижена, они просто видели все передвижения и все, что делали их враги. Хороший пик от Пупея, очень хорошая очень координация, круто. Что реально, да. Очень красиво. Пупей, да. В этом плане, конечно, красавчик. Спасибо всем за просмотр, пишите в комментариях, какого бы хотели вы игрока увидеть в следующем видео. Всем пока-пока.